Совсем недавно Коди Гарбранд стал новым чемпионом UFC, одолев при этом Доминика Круза. Не прошло и пары дней с этого момента, как новый чемпион стал уже задумываться о возможном денежном бое с Конором Макгрегором. Мне нужно поговорить с руководством UFC и выяснить, какой бой будет для меня наиболее прибыльным. Я знаю, что могу подраться с Жозе Альдо. У него есть победы над моими товарищами по команде. Он легенда, и я хотел бы протестировать его подбородок. Я знаю, что у меня тяжелый удар, и я только начинаю набирать обороты. Также наиболее громким поединком для меня будет встреча с Конором. Я без проблем поднимусь и в другой дивизион. Мой братан Нейт Диаз задушил его. И я не могу поверить, что он второй в рейтинге лучших бойцов после этого. Сейчас я хочу наиболее денежный бой и самый большой вызов. Я легко победил Доминика и готов к более трудным задачам. Думаю, Жозе Альдо жестокий боец, и я уважаю его, но хочу протестировать его подбородок. Конор знает, что я могу сделать 68 кг и встретиться с ним в промежуточном весе. Против Жозе я выйду в полулегком. Мне нравятся такие перспективы. Думаю, я один из наиболее прибыльных бойцов, так что я лучшая приманка для Конора в дивизионе, сказал чемпион. Бой Конора и Коди в будущем мы скорее всего сможем увидеть, если они, конечно, оба продолжат побеждать. У них уже была потасовка на шоу Ultimate Fighter. Также Коди после его громких заявлений перед боями уже называли вторым Макгрегором. У обоих бойцов яркий стиль ведения боя, они оба обладают мощными ударами, а раскрутка боя, безусловно, станет одной из самых громких в UFC. В прошлом видео мы спросили, кто из бойцов изображен на фото. Многие подумали, что это Доминик Круз, но это был Иоанн Маккол. Сегодня такой вопрос. Кто из бойцов UFC проводит в среднем наименьшее время в каждом бою? Свои ответы оставляйте в комментариях, а правильные мы покажем в следующем видео.